Порядок на конечной. Сотрудники транспортных предприятий, осуществляющих маршрутные перевозки, решили помочь городу поддержать порядок на разворотных кольцах и организовали субботники. В борьбу за чистоту включились несколько перевозчиков. Порядок уже навели на конечных 7-го, 18-го, 24-го, 38-го, 39-го и 43-го автобусов. Инициатива всегда исходит от нас, от наших водителей. То есть они нам говорят, что где-то грязно на каких-то конечных, и мы стараемся как бы из-под зимы, есть субботники у нас весенние, и вот чтобы в зиму. Слава богу, погода не подвела в этом году. Всего в областном центре 32 разворотных кольца. На сегодняшний день уборка данных территорий не входит в перечень расходов городского бюджета. Но в планах на следующий год нанять дворников и наладить вывоз мусора. А пока средства на это не выделены, перевозчики будут проводить субботники своими силами ежемесячно. Мы полностью поддерживаем их инициативу и понимаем, с какой стороны мы должны сделать шаг навстречу к решению этой проблемы, и он на самом деле уже сделан, проведены необходимые корректировки, то есть эта работа, она должна быть системной на самом деле. С одной стороны, чистота – это временная, ведь на некоторых из городских конечных остановок нет даже урн для мусора, а значит, он снова окажется на земле. С другой стороны, водители маршруток, которые принимали участие в уборке, сами станут бережнее относиться к этой территории. А это уже шаг к изменениям. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.